Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Мы разбираем номер 680, алгебра Макарычев, 7 класс. Запишите в виде многочленов выражение. Итак, перед нами произведение двух членов. Для того, чтобы записать в виде многочлена, то есть в виде суммы одночленов, которые не повторяются, нам необходимо будет перемножить каждое слагаемое из первых скобок первого двухчлена умножить на каждое слагаемое второго двухчлена. Знаки при коэффициентах учитываются. Итак, разбираем пример А. Х квадрат плюс у на х плюс у квадрат. Итак, х квадрат на х. Пользуемся свойствами степеней. Показатели степени складываются. Х в третьей степени плюс х квадрат на у квадрат плюс yx и плюс аналогичным образом высчитываем, что y на y квадрат, y в третьей степени. M квадрат минус n, m квадрат плюс 2n квадрат. M квадрат на m квадрат. Снова свойства степеней показатели складываем m в четвертой степени. M в квадрате на 2n квадрат будет 2m m квадрат n квадрат минус n на m квадрате. Минус n на 2n квадрат минус 2n в третьей степени. 4a квадрат плюс b квадрат умножить на 3a квадрат минус b квадрат. Итак, 4 на 3 12, а в квадрате на в квадрате а квадрат. 4a квадрат на минус b квадрат минус 4a квадрат b квадрат. B квадрат на 3a квадрат. 3а квадрат, b квадрат и b квадрат минус b квадрат будет минус b в четвертой степени. Здесь у нас уже встречаются одинаковые слагаемые. Приведем подобные члены многочлена и получим следующий результат. Минус 4а квадрат, b квадрат плюс 3а квадрат, b квадрат будет минус а квадрат, b квадрат. И многочлен имеет вид. 12а квадрат минус а квадрат b квадрат минус b в четвертой степени. Следующий пример. 5x квадрат минус 4x на x плюс 1. Итак, 5x квадрат на x, 5x в третьей степени. 5x квадрат на 1 останется точно такое же слагаемое. Минус 4x на x, минус 4x квадрат и минус 4x плюс 1. Снова без изменений со знаком минус. Минус 4х. Приведем подобное. 5х квадрат минус 4х квадрат будет просто х квадрат. И результат такой. 5х в третьей степени плюс х во второй степени и минус 4х. Далее. А минус 2 на 4а в третьей степени минус 3а квадрат. Умножаем а на 4а в третьей. Получим 4а в четвертой. Умножим а на минус 3а квадрат. Получим минус 3а в третьей. Минус 2 умножить на 4а в третьей будет минус 8а в третьей. И минус 2 на минус 3а квадрат будет 6а квадрат. У нас слагаемое, содержащее переменную а в третьей степени, дадут результат минус 11а в третьей. Поэтому многочлен имеет вид. 4а в четвертой степени минус 11а в третьей плюс 6а в квадрате. Далее. 7p квадрат минус 2p умножить на 8p минус 5. 7p квадрат на 8p 56p в третьей степени. 7p квадрат на минус 5 минус 35p в квадрате. Минус 2p на 8p 16p квадрат с минусом. И минус 2p минус 5 нам дадут результат плюс 10p. Минус 35p квадрат минус 16p квадрат минус 51p квадрат. И результат такой. 56p в третьей степени минус 51p во второй степени плюс 10p. Больше видео подписывайтесь на наш канал на YouTube.